Украина по требованию ВТО и ЕС увеличивает импорт кокса и коксующегося угля. Украина до конца нынешнего года намерена увеличить квоты на импорт кокса до 300 тысяч тонн с нынешних 210, а также квоты на поставки коксующегося угля на 1 миллион тонн. Таким образом, Украина выполнит требования Евросоюза и Всемирной торговой организации о снятии торговых ограничений по данным товарным позициям, сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Он напомнил, что проблема импортного кокса была одним из так называемых торговых раздражителей в отношениях Украины и ЕС, и в частности подымалась во время недавней встречи первого вице-премьер-министра с европейским комиссаром Де Хуктом в Брюсселе. Еще одно обязательство Украины выполнено, еще один шаг сделан к успеху Вильнюсского саммита, прокомментировал Арбузов. Ранее вопрос о введении Украиной ограничений на поставки кокса и коксующегося угля рассматривался на специальном заседании ВТО по вопросам рыночных отношений.